Мы закончили Land Cruiser Prado, забронировали весь автомобиль в полиуретановую матовую плетку. И покажем вам, как это все получилось. Очень красиво выглядит автомобиль. Необычный такой. Не сатин, а именно мат. Работу выполняли мы в нашем филиале на Нежинском шоссе в автосалоне Hyundai. Очень красиво вышло. Это ребра, которые есть на автомобиле. Это изюминка матового полиуретана. Автомобиль уже был с пробегом более 30 тысяч километров.